Сегодня в супермаркете «Аврора» я купил бальзам для волос. Трава марка «Бионатюрель». 7 трав, 96% натуральных ингредиентов. Столько процентов перерабатываемый пластик. Нифига себе. «Балмаск». Так, читаем. На румынском есть. Маска де бальзам пентру парсем херби. Ингрижере коп ринзатуары. Короче, 7 трав. Смотрим, какие травы. Содержит экстракт крапивы, ромашки, коры дуба. Кора дуба это считается трава, да? Люпин, клевер, березовые почки, лен, которые способствуют расчесыванию, которые способствуют блестящие, гладкие, легкие расчесы, легко расчесываются. Ну что ж, стоит 44 гривны, это где-то около $1.20. Открываем. Кора дуба. Ну что ж, будем использовать.